Завтра перекидной календарь покажет уже 15 апреля. Однако в администрации Харциска не спешат говорить об официальном завершении отопительного сезона. Хотя апрель, конечно, радует солнечными днями и погода вроде бы относительно теплая, тем не менее решение об отключении централизованного теплоснабжения города местные власти пока еще не приняли. Дело в том, что в алгоритм определения даты окончания отопительного сезона Минстроем ДНР внесены некоторые изменения. В адрес администрации поступило письмо от Министерства строительства и ЖКХ о том, что внесены изменения в распоряжение номер 283 от 11 сентября 2017 года, что упразднено начало и конец отопительного сезона, как это было ранее, с 15 октября оно начиналось и заканчивалось 15 апреля. На протяжении многих лет основанием для старта отопительного сезона в октябре и отключения котельных в апреле служили показатели среднесуточной температуры на протяжении трех дней. На уровне плюс 8 градусов по Цельсию и ниже осенью, соответственно, плюс 8 и выше весной. Теперь этот срок продлен до 5 дней. Мы принимаем решение на местном уровне, при этом структурным подразделением «Донбасс-Теплоэнерго» в адрес администрации городов республиканского подчинения ДНР ежедневно, начиная с 6 апреля нынешнего года, предоставляется информация о среднесуточной температуре. Если в течение 5 суток средняя температура получается меньше 8 градусов тепла, отопительный сезон по распоряжению администрации начинается. Так же самое он и заканчивается. Если среднесуточная температура воздуха будет больше 8 градусов тепла, то по нашему распоряжению будет окончание отопительного сезона. Всю первую половину апреля столбики наружных термометров днем легко преодолевали отметку плюс 10, иногда плюс 15 и даже 19 градусов Цельсия. А вот ночи все еще остаются холодными. Время тушить котлы в котельных еще не пришло, считает Виталий Григорьев. Специалисты Харцизской теплосети сегодня находятся в ожидании команды главы администрации Харциска Виктории Жуковой об официальном завершении отопительного сезона 2019-2020 года, чтобы тут же начать подготовку к сезону предстоящему. Уже составлен довольно объемный план работ. Для теплосети сейчас есть ряд работ дополнительных. Почему? Потому что они создавали мероприятия по подготовки к отопительному сезону 2020-2021 года. Вот. Им нужно проводить технические осмотры, замены котлов, замены сетей. Вот. Теперь все зависит от того, когда закончится отопительный сезон. У них этот график будет смещаться, либо будет он уплотняться, чтобы они успели выполнить весь ряд своих мероприятий в срок. Пока все котельные теплопункты Харциска продолжают свою работу. Ориентировочно до 20 апреля харцизские многоэтажки будут с теплом. Что же касается социальных объектов города, то, как сообщил заместитель главы горадминистрации, в учреждениях, где организовано дистанционное обучение детей, отключение от централизованного теплоснабжения произойдет по прежнему графику 15 апреля, то есть уже завтра.